Значит, что касается сдачи территории России в аренду иностранным компаниям, то это вызывает серьезные опасения и, на мой взгляд, абсолютно обоснованные у любого гражданина России. Только нужно понять, что речь идет не о сдаче территории какому-то государству, речь идет о сдаче какой-то компании для определенных хозяйственных нужд. Здесь мы просто должны задать себе вопрос, а действительно ли это нужно России? То есть какой-то компании, китайской или еще какой-то, может быть, это здорово и хорошо. Но для того, чтобы общественность не беспокоилась, для того, чтобы мы согласились с таким решением каких-то региональных властей, мы должны получить исчерпывающую информацию. Что там планируется делать, в какой срок, какая будет от этого отдача. Потому что будет ли госбюджет или бюджет региона получать деньги, связанные не только с арендой, но с появлением новых рабочих мест, отчислений и так далее. На мой взгляд, к этому вопросу надо подходить крайне осторожно и очень точечно. То есть в целом мне эта идея совсем не нравится. Но я надеюсь, что региональные власти смогут предоставить хоть какие-то положительные моменты, на основе которых они принимали эти решения. Чтобы мы не думали, что за этим есть что-то нехорошее, недоброе и, так сказать, не дай бог, коррупционное.